Привет! Сегодня готовлю очень быструю, легкую и вкусную закуску – елочки, буквально за 5 минут. У огурца вырезаем полоску толщиной примерно 5 мм. Затем берем волнистый нож и вырезаем треугольнички. Получаются вот такие мини-елочки. Тарталетки намазываем творожным или сливочным сыром. И втыкаем наши елочки. Выкладываем тарталетки на блюдо. И украшаем красной икрой. Добавляем зеленушки. У меня петрушка. И по желанию красные ягодки или зерна граната. Вот такие красотульки у нас получаются. Быстро, легко, очень вкусно и празднично. Сегодня готовлю очень вкусную праздничную закуску. Готовится совсем легко, а смотрится на столе просто великолепно. Нам потребуется одно яйцо, 20 грамм сыра и обжаренные грибы, немного майонеза. У салата отрезаем верхушки и выкладываем их в тарталетки. Добавляем приготовленную начинку. Посыпаем тертым сыром. Из огурца нарезаем полоски. Разрезаем пополам и закручиваем вот в такую трубочку. И втыкаем в начинку. Украшаем помидорками черри. Еще одну полоску нарезаем наискосок. Разрезаем пополам и закручиваем в трубочку. Получается вот такой вертунчик. По желанию украшаем консервированной кукурузой и колечком маслины. Наша чудесная закуска готова, можно подавать к столу. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи, пока-пока!